Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Вопрос жизни». И вот многие сегодня спрашивают, в чем смысл Рождества? Каково духовное наполнение этого праздника? Рождество Христово – это день освобождения человека. День, когда на землю сошел Сын Божий, Иисус Христос, второе лицо Святой Троицы, воплотился от Девы Марии, принял человеческое тело, человеческую душу, соединил божественную волю свою с волей человеческой. По сути, это день, когда вновь в человеке обновился образ Божий. И ведь действительно, именно Рождество Христово принесло в мир совершенно иной образ жизни, иной взгляд на жизнь, иное восприятие мира, потому что то, что говорил Спаситель, то, как Он учил любить нас друг друга, не говорил до Него никто. Но самое большое, что Он совершил для нас, это не то, что Он сказал, или не те чудеса, которые Он совершил, а то, что Он пошел на смерть ради нас. Бог как бы самим своим действием ответил на вековой вопрос человека: «Господи, а нужны ли мы Тебе?» Нужны. И вот этот ответ явился в Рождестве Христовом. Всех вас поздравляю с наступающим великим праздником Рождества Христова.